От отправления до прибытия в Ульяновской области усилили меры по дезинфекции железнодорожного подвижного состава. Каждый подвижной состав, каждый вагон дезинфицируется и производится уборка как по прибытию из рейса, так же при отправлении. Ни один вагон в рейс не отправляется, не проверенный. Также в пути следования производится у работника поездных бригад, также производится данная работа. На обработку поезда хлорсодержащими веществами уходит в среднем 3 часа. В арсенале каждой локомотивной бригады есть средства индивидуальной защиты, включая перчатки, антисептики и маски, которые сотрудники обязаны менять каждые 2 часа. Штабной вагон оснащен дополнительными медицинскими укладками. Дезинфицировали вагоны и раньше, правда, сейчас во время пандемии частота обработки увеличилась во время пути почти в 2 раза. Особое внимание уделяется поручням, ручкам и столикам. Усиленные пропускные меры. Сотрудники РЖД следят за состоянием здоровья пассажиров. Прежде чем пропустить вагон, с ними проводят беседу. Узнают о самочувствии, интересуются, были ли за границей. В случае выявления каких-то подозрений на температуру тела, какие-то там ОРВИ, сразу немедленно принимаются меры по его изоляции в вагоне, то есть отдельное купе ему выделяется, выделяется маска. На ближайших станциях вызываются медицинские работники. По прибытии медицинских работников данный пассажир осматривается и делается заключение. Сам поток пассажиров в связи с пандемией коронавируса снизился. Так, с 8 апреля временно прекратил рейсы 98-й поезд Димитровград-Ульяновск-Москва, а 21-й фирменный Ульяновск-Москва сократил путь следования. Рената Люлова, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.